не получится? Да. Точно? Да. Тогда давай обратим внимание на стол перед нами. Смотри, что здесь такого химического ты видишь? Ну вот смотри, например, вот это похоже, да, на химический опыт. Картошка. Это разве для химических опытов? Обязательно расскажу вам, друзья, всем нам расскажу. Сделаем мы настоящие эксперименты даже с картошкой. И узнаем, что же можно с ней интересно сделать. И с апельсинами. Разве это апельсин? Там что-то новогоднее. Мандаринка. Не признал? Но смотри, а что еще есть на столе? Ложки. Так, ложки. Что мы себе перемешали? Йод. Йод, да. Он тоже понадобится для эксперимента. И кока-кола. Да, и кока-кола. И мои красители. Скажи, ты любишь хулиганить? Да. Да? Ну-ка посмотри мне в глаза. Признайся, да? Смотри, нам понадобится сейчас кока-кола и ментос. Я, может, взорвется? Она взорвется, другие друзья? Как вы думаете? Как ты думаешь, взорвется? Я думаю, что да, взорвется, если мы добавим нас в бабах. Проверим. И почерпчим. Так, давай проверять. Как вулкан. Давай открывать. Подожди, рано. Все по очереди. Эксперимент должен проходить четкой такой дисциплине. Итак, ладонь. А вот и нет, вот так ладонь поставь. Итак, нам понадобится две конфетки Ментоса, которые нужно держать. Сейчас я на своем они примере. Они вкусные. Нет, они мятные. 5, 4, 3, 2, 1. Подожди. И кидай скорее, быстро. Кидай. А вот попробуй сейчас кинуть еще раз. Никакого эффекта. А почему? Потому что все газики из кока-колы уже вышли. И поэтому ничего у нас больше не происходит. Ну что, продолжаем экспериментировать? Да. Давай. Ну что, а сейчас ты готов? Да. Мы будем делать лавовую лампу. Вау! Ладно, ну конечно это будет не лампа, но этот эксперимент очень красивый. Вот такая гигантская колба. Помогай мне ее держать. О, крепко, не двигается. Подожди. Молодец. Так, наливаем 2/3. Стой! Опа! Все-таки, чтобы лампа была красивее, добавим краситель для этого. Наливай немножко красителя внутрь. Стоп! Оставшуюся 1/3. Ой-ой. Добавляем масло. Сейчас взорвется, как думаешь? Твоя теория. Нет, конечно, никакого взрыва не произойдет. Нужно добавить шипучку. Прямо вот сюда. Давай, бери. И раз. Два. Вода поднимается. Капельки воды. Масло красивое, да? Завораживающее зрелище. Мне кажется, это один из самых красивых экспериментов вообще. Вода даже поднимается. Да. Смотри, вот эту шипучку еще. Вот такой вот очень красивый эксперимент. Как тебе? Хорошо. Какой дальше у нас будет опыт? Картошка! Да? Вот ты когда-нибудь проводил опыты с картошкой? Нет. А вот сейчас впервые ты проведешь такой эксперимент. Для этого нам понадобится картофель, йод и ватные палочки. А ты когда-нибудь делал себе татуировку из йода? Нет? А я, например, очень любила это делать в детстве, когда просишь родителей, чтобы им нарисовали что-то на руке. Ты просил когда-нибудь? Я уже это делала. Ну вот, видишь, смотри, ватную палочку опускай в йод. А что дальше?
А дальше предлагаю нарисовать, например, я нарисую сейчас тебя на этой картошке. Ты готов? Это будет автопортрет. Я теперь тоже. Да, сейчас. Смотри, это ты. Оп и оп. Похоже? Смотри. А я тебя. Ну, как вы видите, сначала йод своего коричневого цвета, но при взаимодействии с картофелем становится черный. Да? Можешь? Такие очки. Это я? Похоже. Что это у нас началось? Смотрите, тот снеговик. Да, а это крошка-картошка. Только ты говорила, это мой автопортрет. Какая крошка-картошка? Вот так бывает, друзья. Сначала была Оля, а стала крошка-картошка. Это одноглазая собака. Сейчас мы с вами, ребята, проведем эксперимент с исчезанием йода. А вот так, сейчас расскажу. Вот, например, если йод нанести на руку, он исчезнет? Но через какое-то время, да. Нарисуй что-нибудь на бумажке. Йод. Йодовая палочка. Для того, чтобы йод пропал, испарился, нам понадобится, смотри, вот такой вот тиосульфат натрия. Да, все правильно. Тиосульфат натрия. Сделаем с тобой эксперимент. У нас будет колбочка с водой и колбочка с тиосульфатом натрия. Попробуй йод окунуть в воду. В принципе, ничего не будет. Вода станет немного желтоватой, то есть она окрасится. Ту же ватную палочку с водой. И потом на твоем рисунке попробовать стереть твой домик. Ничего не происходит. Возьми и хорошенько полей домик. Потряси немножко. Он делает йод прозрачным. Вот такая химическая реакция. Помоги мне. Помоги. Дай мне помощь. Дай мне лапу помощи. Сейчас, я вспомню это слово. Это слово называется... Впитался. Йод впитался в бумагу, дорогие друзья. Впитался в бумагу. Да, поэтому, если бы мы это сделали, например, на той же скатерти, был бы эффект намного быстрее. Или на столе, или даже, по-моему, даже на коже. Вот, видите, он очень быстро становится прозрачным. Ну, конечно, как и после любого химического ингредиента, элемента любого, нужно взять влажные салфетки и после всего этого безобразия, в котором мы окунали свои ручки, нужно их помыть. Так, ну и какой у нас будет следующий опыт? Башня с апельсинами? Башня из мандарин. Да, ребят, у нас же нет апельсинов, у нас есть только мандаринки. Для этого опыта нам нужно налить в... Ну что, Ярослав, ты воду налил? Да. Хватит, как ты думаешь? Что-то. Ну, можно еще чуть-чуть. Самую малость. Давай еще немножко плесни воды. Спасибо за помощь. Продолжаем. Итак, для того, чтобы башня из мандаринов у нас получилась, сначала ответь мне на вопрос. Вот как ты думаешь, этот мандарин, он, если поместить его в воду, он утонет или всплывет? Вау! А вот и нет. Он... дрейфует на поверхности воды. Ты свой мандарин почисть наполовину, то есть немножко, примерно вот так. А я свой мандарин почищу полностью. Итак, стоп, тебе как раз мы одновременно закончили, потому что тебе как раз нужно не полностью почистить мандарин, а мне полностью. Мандарин в кожуре, он всплывает. Давай попробуем твой мандарин, который ты почистил не полностью. Он будто бы... чуть ниже, да, поверхности воды. А теперь проверяем, что будет с полностью почищенным мандарином. Она идет ко дну. Вот так. А башни из мандаринов мы сможем, если сначала положим, получается, мы уже его окунули, полностью почищенный мандарин. Следующий мандарин какой? Наполовину почищенный. Опускай. Так. И следующий полностью... мандарин в кожуре. Вот такая башня из мандаринов. Но почему же один мандарин
лежит на дне, а второй дрейфует на поверхности. Как ты думаешь? Потому что мы кинули один, а он стоит на мандарине. А все очень просто, друзья. У этого мандарина есть воздушная прослойка между самим мандарином и вот этой шкуркой. То есть здесь очень много воздуха. Именно поэтому у нас получается вот эта мандаринка, она всплывает. Именно из-за воздуха. Ну что, продолжаем? Ты готов экспериментировать и продолжать? Да. Сначала нужно заполнить колбу примерно до середины водой. Ну попробуй это сделать. Давай я буду тебе помогать. Wait. Так. Немножко, прям по чуть-чуть. Колбы маленькие. Поэтому... Так, следующую. Так, стоп. И еще. Нам нужно добавить в каждую колбу не все цвета, а только по одному цвету. Давай вот этот называется метиленовый синий. Такие сложные названия. Открывай. Подожди, стоп! Правила безопасности. Дай свою лапу для того, чтобы эта краска, как я говорила, химическая. Поэтому с ней нужно быть очень аккуратным. А еще она плохо смывается, будем честны. Поэтому лучше работать с такими красками в перчатках. Хотя бы на ту руку, которую вы будете открывать эти колбочки. Так, раз. И два. Стоп! Метиловый оранжевый. Следующий цвет. Открываю, а ты каплю вот сюда. Я не рассказала, ребят, но вот эти цвета химические называются индикаторы. Их особенность в том, что они меняют свой цвет в зависимости от среды. А потом воды. А вода уже там, смотри. Так, красный добавляем. Так, стоп. Это у нас цвет под названием эозин. Я все никак не дорасхожу, в чем же особенность этих цветов. Эти цвета называются, вот ты уже слышал, индикаторы. Вот такое сложное название. Застряло? Такое сложное название. А особенность в том, что они меняют свой цвет в зависимости от среды. А сред у нас целых три. Нейтральная, кислотная и щелочная. Вот сейчас она нейтральная, то есть обычная, без запаха и без вкуса. Как ты думаешь, что это за среда? Без запаха и без вкуса. Вода. Вот, да, чтобы процесс перемешивания, а именно получается диффузия, происходило быстрее. Вот мы видим, как ведут себя цвета в нейтральной среде, то есть в воде. А сейчас нам нужно эту среду закислить. Для этого берем колбочку с лимонной кислотой и добавляем сюда воду. Да, промощиваем. И стоп. И перемешиваем. До того момента, чтобы вся лимонная кислота растворилась в воде. А что мы сейчас будем делать? А что? А сейчас нам нужно еще сделать один раствор, но щелочной. А именно с карбонатом натрия. Высыпай весь пакетик карбоната натрия вот сюда. Карбонат натрия. Натрия. У нас есть теперь раствор лимонной кислоты. Раз. И пипетка для этого раствора, да? И также у нас есть раствор с карбонатом натрия. Мы что, туда будем и тоже. Да? Как ты думаешь? Правильно, да, мы будем добавлять туда. Цвет поменялся с какого на какого? Красного. То есть он стал красный, да? А был? А был? Желтый. Ну да, оранжевый такой, желтый. Мне кажется, он становится немножко светлее. Как по-твоему? Я думаю, что да. Он стал немного более оранжевым. Проверяем экспериментальным путем. Добавляй лимонку. Опять красный. Красный. Значит, здесь фенолевый красный, дорогие друзья. А здесь... Проверяем. Давай. Вот это да. Это еще не все, потому что нашу среду нужно... сделать щелочной. Теперь набираю вот этот раствор карбоната натрия. Одно. Оп, добавила. Ничего себе! Тут даже, смотри, шипение произошло. Вау! Цвет меняется. И снова становится оранжевым. Правда? Это же у нас и есть метиловый оранжевый. А здесь у нас
был изначально красный цвет. Изначального состояния и чистоты воды. А вот тут, да, тут уже яркое, яркое изменение цвета. Еще. Вот. Фиолетовый. Еще. Да, вот, здорово. Вот, правильная реакция, а то я уже начала волноваться, дорогие друзья. Потому что, давай еще добавляем. Видимо, у нас была очень концентрированная лимонная кислота, поэтому ее, видите, щелочь очень... Ой, не туда. Ничего, не волнуйся, даже если потечет, потом все поможет. Она уже разлила. Эксперимент вот в чем. Когда мы делаем щелочную среду, у нас появляется, можно сказать, истинный цвет. То есть фенолово красный становится красным, как у нас уже мы это доказали. А вот тимоловый синий... Вот, наконец-то пошла реакция, именно вот правильная, вот он стал синий. Я уже поменял цвет. Нет, можешь уже добавлять щелочь. То есть они меняют свой цвет в зависимости от среды. Она может быть нейтральная, как вода, кислотная, это, например, вода с лимонной кислотой, или же бывает, еще добавляют сухой лед, потому что сухой лед это углекислый газ, но это уже потом, дальше. Мы узнаем об этом. Ну что, Ярослав, мы закончили? Да. Хотя это, нет. Это был класс. Давай еще раз. Смотри, как тебе мастер-класс? Мы сегодня кучу всего наделали, да? Это был крутой мастер-класс. Всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Я заставлю и лайки, и сердечки, ребята. Когда со мной?